Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня поиграем в проточный портал. Это последняя карта водильной кампании, на которой решится судьба мира. Ну ладно. Что там с миром случилось, мы уже знаем. Вот. Да, тот же самый чел. Что там с миром случилось, мы уже знаем. Он сдох и развалился на куски. А вот ну, данная маленькая тактическая победа или не победа, мы увидим. Поможет Вершайской пятерке. And then we're going to break their toy to little pieces. Little pieces, yes, my dear. Надо серьезно поговорить с маленькими товарищами о том, что они делают фигню. Правда? Правда. Абсолютно согласен. Тут первый том сразу же. Ну и потом мы спускаемся глубоко вниз. Поехали. Спасибо, крыска. Вот. А где-то тут вот можно найти... Это самый гримуар. Вот здесь вот. Гримуары тут, в общем-то, с самого начала херачится. Добивает он его уже. Просто стенка. Я вот этот момент немножко забываю. Тут вот надо для гримуара спустить эту штуку. А затем здесь танк, может нет, Крюгер. Прикольно. Где ты там? Someone grab those bandages.
Давайте бочку не взрывайте, она нам понадобится потом. Да залезайте, давайте. No sign of rusty, both good and bad. Right, darling? Побежали, побежали. Вот этот проточный портал. Так сказать, мелочь, а приятно. Пускай она здесь будет. Пустота, пустота и... Вот здесь вот шорткат. No getting back without the gate. And apparently we'll need to snatch the gatekeeper's keystone for that. Все бочки, которые можно добыть, все наши. Точнее, все для Раскнита. Дорогого товарища. Я полечу, что? Жалко, что ли? Ну, точнее, вам жалко, что ли? Где-то там. Вижу. Спасибо. Спасибо. Дай немножечко. Бомбы? Нет. Никому не нужно. Все живы, здоровы, не потрепаны. А, пошли. Пущные тогда. Хорошо идем. Как будто и не легенда. С такой командой не стыдно и на катаколизм забраться. Вот тут можно так пробраться, можно там пошаркать. Вот так вот идете, идете. Нет, у меня уже есть.
Listen. Извините, что я вас запутываю, дорогие товарищи. В смысле, мои комрады. Дел? Молодец, супер. А, сдохнись там. Все, пойдемте. Нехер тут делать. Вон бомбу киньте. И реально так бомбами до сих пор не воспользовались, а? А нет, где туда бросил? Отвечал, как будто туда. Не важно, не страшно это. Доброту я слова бросил. Как писал Шекспир своих. Эй! Ускорилка. Ну что, момент истины, ну или что-нибудь в этом роде. Наски. Я тебе так. Отдайте от меня. А если бы я буду еще в будущем встречусь. Супер. Красавчик. Если кому-то нужно. Гораздо лучше всегда система. Join us.
что детям ноги вот нравятся так легко. Что это? Мы не знаем, что это. Я поэтому пойду и посмотрю Хилсу. Извините, если я по мотоплану потрепал. Ну вот, видите. Дальше там Том дает. О, Том, забирай, пойдем. They call these arrows. They'll have to do. Где эта тварь? Где вы? Listen up. Healing tools, if you're feeling weak, Drengarazi. Видите, маркируете. It's not bug buns, I'll tell you that. Там еще аптечка есть. Тут аптечка. Так что вариантов, как выжить здесь, вагонная маленькая тележка. Что, бочка взорвалась? Один. Yep.
всех-то есть? Супер. А где бочка? Теперь меня коснули. Ну ладно, хрен с ним, с гримуаром. Ну что, бывает иногда. Обидно, конечно, но досадно, но ладно. Разошлись немножечко. Потерял концентрацию, разошелся и та-дам, и все, и некому помочь, некому прикрыть спину. Ну и да, я все же говорю, что самый лучший вариант, что есть у Кириллиан, это вот эта вот стенка, которая разбрасывает людей. Упс. Где меня так подбили? А,
он за Shadows, непонятно. Кто где? Ну что, спасибо, дорогие товарищи, что были со мной. Конечно, концовка не очень удачно получилась. Где-то там я пропустил, где-то чувак пропустил. Там потеряли Грим, к сожалению. Вот, потеряли Том, к сожалению. Но, тем не менее, 6 игральных костей могут скомпенсировать многое. И обычно здесь императорские... Ну, ладно. Если бы мы все собрали, тогда было бы... императорский сундук был бы. Но на сегодня спасибо, что были со мной. Лайки, шары, донаты, все дела, все, что можете в ваших силах. И присоединяйтесь в Дискорде. У нас там есть небольшое комьюнити, где можно найти кого-нибудь поиграть вместе, в том числе и со мной. Я люблю компании. И, собственно, ну что там, Телеграм, ВК, Ютуб. Короче, поняли, да? Ладушки. Все, спасибо, что были. И пока.